кладбище и мемориалы – это психологическое воздействие на население. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы. Лукашенко поручил главе Мингорисполкома Наталье Качановой, как уполномоченному президента, по городу Минску разработать соответствующий проект постановления и ввести на сессию горсовета для принятия. Лукашенко сказал, что Минск в кладбище превращать нельзя, и так считают 99% минчан. Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Суть заключается в наведении порядка в Минске, без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске. Напомним, что все началось с того, что в Минске уже несколько дней продолжаются акции в площади перемен, чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы. На место гибели парня сносят большое количество цветов и свечей. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!